первый закос сделать. Обещают дожди. Это кажется, что это высоко, белоголовник стоит высокий. Кажется, о, хорошее. Уважаемые зрители! Вот тут забрызгало травой все. Вот так. Такая погода. Ой. Где-то заливает. Фу. Где-то наоборот дождей не хватает. Да пенсионеры лезут и все в трактор, но не дают работать. Ну, ну куда лезут, а? Всем здравствуйте! Суббота. Приехал делать первый на сенокосе. Первый закос сделать. Обещают дожди снова. Вчера маленький брызгал. Сегодня обещали дождь, сегодня был сильный туман. Туман поднялся. Значит, первый признак того, что будет дождя. Туман не лег, а поднялся. Завтра вообще обещают сильный дождь. Ну, короче, буду косить. Скошу немножко, стажка на 2, на 3. Посмотрим. Сгниет, сгниет. Соберу, не соберу. Ну, видно будет. Так что сейчас делаю закос и езжу. Кошу. Так вот. Ух, друзья, вспотел. В тракторе очень жарко. Температуру держу градусов 70-75. Выше она не поднимается, честно скажу. Хоть сегодня, допустим, и стоит где-то примерно к 25-30, но выше не поднимается. Радиатор чистый, шторка закрыта. Забыл сказать, когда поехал сегодня, я заправил полный бак солярки. Вечером, когда приеду, я заправлю солярки, скажу, сколько солярки я сжег. И покажу примерно, сколько я скосил, покажу. Ну а сейчас я что, проверю ножи и перелью воду с одной бутылки в другую, а холодную воду поставлю снова в кусты. Трава на поле здесь очень маленькая. Это кажется, что это высоко, белоголовник стоит высокий, кажется, о, хорошая. На самом деле она низкая, заезжаешь, тут бугорок, и она низкая. Вот ближе к кустам, там она вроде более-менее ничего. Получше трава, а так не очень хорошая. Вот дорога проходит там вдоль кустов тех. Там хорошая трава, там покосил нормально, скосил все. Ой, ну и короче, вот сейчас отрезал гон и вот туда-сюда буду гонять это. Вот так вот хожу на третьей передаче, экономлю. Экономлю, короче, ремни. Экономлю ремни. Уважаемые зрители, вы не поверите, пока я кошу, Елена Степановна, моя супруга, не отпускает меня одного. Приехала на велосипеде и ходит там ягоды собирает. И смотрит на меня. Чтобы меня никто не увел никуда. А нужен ты мне, забирайте. Короче, смотрите. Ягода называется... Клубника. Клубника. Так что вот так вот. Проводим время с пользой для себя и... Классно. Селфи.
Там еще девчонка одна собирала у нас. Короче, вот, Елена Степановна, пару слов. Почему пару слов? Почему вы меня не отпускаете одного? Он уже не ленится. Он сено просит. Под моим присмотром. Скажу, это поле. Ну и там маленько. Ну, стажка на 2-3, потому что погода вообще непонятная. Вроде 2 дня ничего, потом денек, глядишь, брызнет чуть-чуть. Денек брызнет. Мы не торопимся. Ну, ребята, вот, смотрите, показатель, клубника еще зеленая. Вот. Ну, у нас севернее, у нас холоднее. Севернее, да. Мы всегда косим. Я всегда там кашу, она уже переспелая, она уже засыхает. А это вот зеленый, вот. Вот и вопрос, почему ты не косишь, почему не косишь? Потому что поздно, рано еще, цветет еще все. Потому что у вас северный холоднее. Время. Вот он так. Ранее. Дрожные тут, всю ягоду вытрет. Она зеленоватая, еще она будет приходить. Да. Надо землянику идти в лес собирать, она поспела. Земляник уже поспела. Весна, это полевая клубника называется. Земляника она мельче, но она, у нее другой аромат, она в лесу растет, не знаю, на полянке. Елена Степановна, короче, меня сейчас поедет домой. Устала. А я буду продолжать. Заканчивать клин, вот этот здесь, охват, который взял. И там еще один отрежу. Вкусный, короче, до вечера буду косить. Ножи поменял местами, чтобы они тупились, короче, в одну сторону сейчас затупились, я их развернул в другую сейчас. Не успели затупить? Не, уже, не, я там вкусно косил, было плоховато. Домой поеду. Друзья мои, вот она, пример, простой пример, о чем я говорил вам в предыдущих. Солнце светит, яркое солнце светит, и идет дождь, грибной дождь. Косить можно? Конечно можно, я буду дальше косить, продолжать. О, усиливается. Но сено метать и крутить в этот дождь уже нельзя. Так вот. Вот тут забрызгало травой, все забилось. Такая грязная это. Такое грязное стекло, короче. Муравейники, трава летит, все. Косилка. Вот такая температура стоит. Давление масла такое вот. Газу дашь, оно до тройки идет. Вот так. Такая погода. Ой. Где-то заливает. Где-то наоборот дождей не хватает. Как угодить людям? А людям не угодить. Кондиционера у меня в тракторе нету. Вентилятор тоже что-то сломался, не дует. Фу. Короче, так, поеду косить дальше. Жарко. И дождь фигарит. Ладно, все. Трава здесь не важнецкая. Кустам ближе, там получше трава. Там хороший набор. Вот где ложок есть, лощина, ржавчик, там получше вроде. А тут вот бугорок
Ну нету ничего, ну какая-то трава, вот. Ну вот, ну подросла чуть-чуть, ну ей, мне кажется, еще расти и расти. Маленькая, маленькая трава. Не знаю, что наберется. Может, что и наберется. Не знаю. Что получится. Что получится, то и получится. Вот так. Буду докашивать, пока это. Короче, надо докосить это все, что отрезал. Потому что на завтра есть уже другие планы. Вот. Да пенсионеры лезут и все в трактор, но да. Не дают вам. Ну, да, 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 ну да, куда да. Лезут, а? Совесы давай. Пенсионеры. Не дают трактор. Я как не могу, не могу. Здесь тут вот. Еще и пинается. Ну ладно. Ну, пенсионеры. Пенсионеры. Не выгонишь из трактора. О, что эти мальцы не дают. Точно. Не видишь.
Охват берет. Вот, не надо. Ну, видишь, поехал. Не надо. Надо там вон докосить побольше трава. Тут здесь сзади не упаешь.